Тема 744. Открытки с сердечками. Как английская профессиональная художница нашла прибыльное творчество, когда поняла, что ее картины никому не нужны. Профессиональная английская художница Гейнор Хинаган очень гордится тем, что она профессиональная художница. Но, увы, ее картины никто не покупает. Она даже открыла, а потом закрыла свой магазин на Etsy, посвященный ее художественным работам, вернее, не закрыла, а сняла с его витрины все свои работы, когда за несколько лет у нее не набралось ни одной продажи. Но зато у нее очень хорошо покупают ее оригинальные открытки. После кризиса 2008 года она искала любые возможности заработать и начала делать оригинальные открытки из выпуклых сердечек. И начала ездить по различным художественным ярмаркам, чтобы продавать их. В 2010 году она открыла магазин на Etsy, etsy.com/shop/brighthairdeshign, и с его помощью стала продавать свои открытки по всему миру. На сегодняшний день у нее уже 1.7900 продаж. Основной элемент ее открыток – это сердечки. Художница наклеивает их на открытки, выкладывая ими число годовщины или возраста поздравляемого, либо просто шарики, либо само сердце. И эти сердечки выглядят не просто как цветные бумажки, наклеенные на картон. Они кажутся выпуклыми. Она берет готовые сердечки, она не раскрашивает их вручную, а где-то печатает или покупает готовые. Наклеивает их на материал, похожий на тонкий мягкий пенопласт, надрезанный на маленькие квадратики. Мне подсказали, что это может быть двусторонний скотч. Затем отломывает эти квадратики друг от друга, как дольки шоколада, и наклеивает сами квадратики на открытку. Получается объемное изображение сердечек. Поначалу художница называла свои открытки 3D-открытками. Потому они так необычно и выглядят, сердечки как бы парят в воздухе. Вроде просто придумано, но очень эффектно смотрится. И продает их художница по $7. Наверное, лучше продать 17 тысяч открыток по $7, чем ни одной картины за $200. We'll be right back.